Дніпро розвивається швидкими темпами, кажуть співробітники компанії «Інтерпайп НТЗ». Я родилась в этом городе, и я наблюдаю, как город живет. Были всякие периоды, был и упадок, и рассвет. Но вы знаете, сейчас наш город цветет, расцветает. Я смотрю, вот при Филатове он действительно меняется и в хорошую сторону, и строительство идет, и ремонты делают, да, и вот парки, скверы новые открываются. Никогда такого не было, ни при одном мэре. Я лично буду голосовать за Филатова, потому что я вижу, что все-таки есть изменения, они очень хорошие, они мне очень нравятся. Я за Филатова. Допомагає Борис Філатов і підприємствам. Завдяки його підтримці проблеми промислового гіганта «Інтерпайп» вирішуються швидше, кажуть його співробітники. З 2015 року компанія плотно співпрацює з городськими областями в голові з господином Філатовим. І я вважаю, що цей опит достатньо успішний. Много проблем было решено. Я как представитель администрации, коллектив, который работает в «Интерпайп», конечно же, прежде всего пойдем голосовать во второй тур. И, конечно же, поддержим кандидатуру Бориса Филатова при избрании мэром. Співробітники «Інтерпайп НТЗ» кажуть, рідне місто цінують і кого підтримувати на виборах уже вирішили. Моє личное мнение, почему мы должны выбрать Филатова, проголосовать за него. Он стремится к улучшению инфраструктуры города, заботится о нашем благополучии. Наша молодежь, чтоб не уезжала, и у них были перспективы на рабочие места, на воспитание детей. Другий тур виборів міського голови Дніпра відбудеться 22 листопада.